А вот, ну, сегодня мы просто отдыхаем. Сегодня закончился день экономического форума. Никакой экономики, никакой политики. Как у нас в журнале, принципиально никакой политики нету. Совсем немного экономики, которую приносит, хотим мы этого или нет, Петр Олегович Авин. Вот, завтра у большинства из людей, которые здесь собрались, опять будет экономика. Вот. Ну а пока мы отдыхаем и счастливого вечера. Спасибо, что пришли. И сразу приглашаем всех на верхнюю палубу, потому что основные события будут разворачиваться там, хотите вы этого или нет. Там немножко холодно, но есть глинтвейн и все остальное. Так что прошу всех свистать всех наверх. Кружиться с перебою между тучами и крышей, чей противный голос слышит. Злобный неудачник отомстить решил всем мачек. Долбит им прямо в теме, вышло нахрен ваше время. Много ждет нас всех сюрпризов. Сильнее грянет кризис. Над наполярным миром, над замоченным сортиром, над застройкой элитарной, над кордоном санитарным, из Эстонии, Латвии, Грузии грозно реет гордый лузер. Силопейки с пьяной мордой, черные молнии подобны. Он кричит дрожащей слизи, пусть сильнее грянет кризис. Что финансовые волосы, сдулись ваши должности, ваши ценные бумаги, РТСы и Насдаки, что порадовались чуду. Каналы и гламурные журналы, кинематограф румяных, креативщиков поганых и пиарщиков вонючих. Всех снесет волной могучий, всех доскочит, всех домучит. Ты купил билет на выезд, пусть сильнее грянет кризис. А вот там, кстати, над вот Богом его городом, над отъехавшими Лондон, над секс-звезд собачьей свадьбой, над Рублевской усадьбой, вот он, клюв без сыпы стали. Всем он шлет последний смайлик, шлет его гражданской силы, шлет России голубой. Идет товарищ Сталин, имя главное России. Не поможет здесь Сталин, он вернется за тобой. Где рейтинг твой и лизинг? Пусть сильнее грянет кризис. Где был мир, там гроб двустайный, эксклюзивного дизайна вдруг в ответном зале вылез. Пусть сильнее грянет кризис. Что-то страшное случилось. Капитал пошел на силос. Поздно пить гастал Линекс. До свидания, частный бизнес. Пусть сильнее грянет кризис.